Hey! Как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и сегодня у нас замечательнейший день, замечательнейший ретёрн to Monkey Island. У нас сегодня наконец-то финал. Мы наконец-то поймем, чем же закончится, что же значит тайна. И не знаю, будет ли потом продолжение, никто не знает. На самом деле, если честно, мне кажется, может быть, уже не надо. Может быть, это уже как бы и финал финалов. Буду держаться от этого подальше. Пахнет просто ужасно. Ведро доверху наполнено гнилыми рыбьими костями. Королевская на вид скульптура. Весьма царственная ледяная скульптура. Я посмотрела, нам играть где-то 2 часа. Но это если как бы знать, куда, ну, что делать. А если не знать, то может быть немножко больше. Но у меня такое ощущение, что, ну, как бы уже мы заканчиваем. Тут написано «Бермудский суд». Тут, наверное, будет Стэн, мне кажется. Ладно, пойдемте в ратушу. Заперто. Может, зайду попозже. Так, там корабль. А где огонь? Должно быть, ветер задул факел. Я, конечно, буду очень скучать по Monkey Island, если честно. Я так привыкла вообще, не знаю, к этой атмосфере уже. О, а он снастей вроде нет? Или не он? А, у нас вроде тот, который... А теперь мне нужно кое с кем встретиться. А, у него ключ. Опа. Тепленько. Тишина в зале суда. Я наложил на тебя и штраф за то, что ты не попросил разрешения у суда подойти к господину судье. Прошу меня простить, могу я подойти к вам, ваша честь? Вы вас выбирали или сверху назначили? Мы с вами разве уже на таможенном пункте 19 параллели не виделись? Тишина, тишина в зале суда. Если не будет тишины, то я закончу заседание. Буду считать это согласием. Можно мне подойти к вам, ваша честь? Можешь подойти. Заседание суда началось, председательствует судья Планк. Ты знаешь свою вину? Я виновен, должна быть тут какая-то ошибка. Я виновен в том, что я могучий пират. Тишина, тишина в зале суда. Тише на галерке, а не то, на чьем арестовывали в зале суда. В чем вы, ваша честь, так провинились, что вас назначили в этот округ? Ваша честь, вы сами себе рубу покупаете. Я понял, что ищу тайну острова обезьян. Никогда не обыгрывай судью Верховного суда в карты. Ваша честь, вы сами себе рубу покупаете. Или их суд выдает? Тишина, тишина в зале суда. Если не будет тишины, то я закончу заседание. Честь, вы под робу в трусах. Прошу помнить, что вы тоже под присягой. Ой, у нас так жарко, что мне кажется, сейчас только в трусах и можно ходить по городу. Я вот сейчас сижу, я закрыла окно, чтобы не шумело, потому что на улице орут, как потерпевшие. Хоть сейчас, конечно, и воскресенье, но все равно, мне кажется, тут уже плюс 30 где-то в комнате. Я поняла, что ищу тайну острова обезьян. Пока сейфак не станет первым вопросом в зале суда, мне до него дела нет. Хотя я помню дело, рассматривал несколько лет назад, в котором утверждала, что тайна — это афера и ничто иное, как мошенническая схема для продажи компьютерных игр. Если мне не изменяет память, то все претензии были урегулированы за довольно значительную... Так, впервые я не успела прочитать. Это впервые такое, если честно, происходит в этой игре. Так, а он является членом снастей? Это не член. Но он просто в робе. Он же вроде был без робы, когда мы там видели его, нет? Ладно, пойдемте в центр. Так, мы... В центре города, к ледовому карьеру, к ледяному замку. Ну, карьеру пойдем. Может, там работают эти заключенные? О, вот член снастей. Этот пень, что какой-то особенный? Нет, с чего бы? На нем активная точка, но я подумал, может, там под ним какая-то прихолюка, типа, не знаю, вход в тайную систему туннелей. Прошу, не шутить про туннель рядом с тюрьмой, сэр. Это просто пень. Вы в снастях? Я вам ничего не скажу.
Привет, а можно сейчас вообще в ледовый карьер попасть? Мало кто хочет внутрь, только наружу. Цель твоего визита. Думал взять знакомительный тур, дружеский визит. Я продавец льда, изучаю возможности источники поставок. Хочу вытащить новое заключение. У нас есть правила посещения, но они довольно строгие. Кого хочешь навестить? Джон, Лин, никого. Стэн. Есть у нас один Стэн, но я даже удивлен, что к нему кто-то пришел. Можешь доказать, что знаешь его? Могу описать: кричащая куртка, руки, постоянное движение, губы тоже. Вообще-то на него похоже, но мне нужно увидеть физическое доказательство. Нашу фотку, где мы вместе с ним, я думаю. Просто принеси мне доказательство того, что вы с ним хотя бы в одном помещении находились. Тогда я смогу сказать моему папу, шефу, что я с работы справляюсь. Подойдет ли тебе это совместно при меня и моего крайне близкого друга Стэна? Его написали на встрече местного клуба любителей Андатор. Да, вы и правда очень близки. Ладно, можешь его навестить. Только не сбегать. Даже им не мечтаю. Лучше тебе это не стоит, когда ворот открывает. Иди к тому пню. Блин, только надо было про снасти у него спросить сначала, наверное. Можно проходить. Отходи. А со снастями? Приветствую тебя, о член снастей. Приветствую тебя, о член снастей. Тебе есть что рассказать? Так, мы на чем говорили? Вот это. И тут внезапно... гигантский алебастровый кит с глазами. Вот это, да? My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a bosun's armpit. Так. Не знаю, вот я вот не уверена, что вот это правильно. Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right, but if you are one, you'd say angler. I would. Every subculture has its own special language, words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. Звучит неплохо. That's why именно поэтому в настоящих рыбацких байках так много специфического удильщицкого жаргона. For example, я никогда не сказал, что крупная рыба порвала мою леску. Сказал, что ловил на джиг с твердой приманкой, когда огромная рыбина так натянула, что донной снасти моего живого места не оставила. Но именно крайне описательно сложно для понимания. Именно так. Хочешь попробовать? Ладно. Okay. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden... Может быть, вот это? Огромная китовая махина. Лункер of a whale. A real chum-chomping line-breaker, if ever there was one. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat. Мне кажется, что-то не то, Брайан. У меня есть какое-то такое предчувствие. And then we escaped. Мне кажется, ничего не поменялось особо. Ага, вот так. Ты звучишь почти как настоящий удильщик. Не, ну, видимо, все правильно. Вот это байка так байка. Скорее клади ее свой верх. И неси в рыбную лавку на резне. О, уже можно, значит? Спасибо. Ну, получается, мы выполнили это?
Охранник охраны охраняет будку охраны. Move along, move along. Ладно, давайте пойдем уже. You know, Stan? Знаете, Стэн, иди дальше, так его и найдешь. Мне кажется, он где-то в конце самом. Looks like they have room for one more prisoner. Кажется, у них для нового заключенного освободилось место. Опа. Hey, Stan. Привет, Стэн. О, приветик, сюда. Nice. Рад встрече. А тебе это за что? За пиратство. Плеврит от 5 до 10. Сейчас мне, похоже, будет что-то загонять. Не за что, я просто пришел тебя навестить. Да тебя оклеветали, сынок. Да не всем этим занимается. Какое это вообще преступление? Законно, конечно, все верно. Так что раз ты тут со мной, и с тобой поделюсь. Просто подумай над твоими этими словами. Ледяные скульптуры, разнесённые отдельно, они уже интересны. Стэн, что ты не хочется? Смотри, не прозевай, раскрывается, как горячие пирожки. Хочешь, чтобы я помог тебе выбраться отсюда? Мои поиски тайного острова обезьян проходят просто прекрасно. Тихо тут у вас. Так звучит тяжелый труд. Хочешь, чтобы я помог тебе выбраться отсюда? Тут у них немного пожестче, чем в тюрьме на резне. Возможно, я знаю одного опытного заморщика, который сможет помочь с этими кандалами. О нет, сынок, не обижать глупо, мне же всего один месяц спаяли. У меня копия приказа судьи с собой. Судебное решение, 673-й окружной суд, Бермуд. Председатель судья Планк. Приказываю обвиняемого весельчака Стэна С. Стэнмана направить на исправительную работу в ледовый карьер. Бермуд на предательский короткий след, срок в один месяц. Можешь подправить это на один день. Yeah, sure. Слава богу, если бы эти туманы. Если бы меня на этой пирамиде поймали, беседку вы точно впаяли. Расскажи мне о той финансовой пирамиде, что упоминал ранее. Мои поиски тайного острова обезьян проходят просто прекрасно. Молодец, пацан. Скоро наша лавочка совсем закроется, так что пробуй все закуски, пока можешь. Расскажи мне о той финансовой пирамиде, что упоминал ранее. А если нечего, это законники так кстати носятся. Это же всего лишь творческий способ ведения личного хозяйства. Все прекрасно получается, если ты в расчетах не полный ноль. У меня прекрасный бухгалтер Нед Филигранов. Гений по этой части. Но если не увидит его записи... Так что как только выбросишься, то ты первым делом сожгу все эти бумаги. Уверен, что ты хочешь, чтобы я помог тебе сбежать? Как назвать твоего бухгалтера? Нед Филигранов. Нет, Филигран. Думаю, я тут еще осмотрюсь. Если нравится, сынок. Мы же бы хотели зубную щетку вернуть. Вот, Стэн, сдается мне эта зубная щетка твоя. Святые имбирные печеньки, старушка Бейси, вот цена. Премного благодарен. Чё мы еще хотели ему? Это приказный жизнь Стэн, он говорит, что ему месяц остался. Не, это нельзя, видимо, изменить. А вот он... А, нет, не то. А где ее листовка? Мне кажется, это вот Филигранов понадобится тут. Так, а где вот эта листовка ее? А, вот. Нам с Элейн бы не помешал сказать про маркетингу. Фонд Марли пытается бороться с СНГ, раздавая лаймы, но никто не хочет их брать. Хочешь, я понимаю, сынок. У меня были похожие проблемы, когда я спасательный жилет с сельчаном продавал. Просторой люди просто не знают, что им, когда им нужно. У вас есть какие-нибудь промо-материалы? Элейн тут листовку набросала. Лаймы и мы. Не, ну мы это вроде видели. А что теперь нужно делать? Все с вами ясно. Тут вообще все не так. С таким подходом вам даже рыбе в воду не продать. Она немножко пресная. Да там факты. И что еще хуже? Они научные.
Мне нужно встретиться с ней, чтобы все утрясти. Может, ты просто скажешь, что изменить я передам? Не-не-не, так не пойдет. Зачем играть в сломанный телефон? Это получится, будто Рабинович напел. А, Рабинович. Хоть в тебе вообще ничего не видится, но просто ты не профи и не сможешь донести до нее все нужные нюансы. Нам с ней нужно пару скинуть мозгами, только лучше всего получается приличная встреча. Дам ей знать. Все, я поняла. Короче, нам нужно найти Филигранова. Так, отлично. Мы сделаем ему ключи. Думаю, надо сохраниться. Doing a great job. А кандалы? Может быть, тоже посмотреть на их серийник? No need. They're already unlocked. Looks like they have room for one more prisoner. It looks like очень похоже на тайный план для побега. О! Нифига себе. Может быть, сказать ему? А, ну нам тогда... Мы тогда это, сбежим с ним. Может, в суд зайти? Ой. Можно мне подойти к вам, Ваша честь? Ваша честь, можно быть сейчас насчет дела все против Стэна? Продаваны и маркетологи вроде Стэн, конечно, бич нашего общества, но месяц все, что я мог ему дать. Мне просто не было достаточно доказательств. Будь у меня хоть какие-нибудь имеющие юридические силы доказательства, я бы подал ему десятку бесправного условно-срочного освобождения. Однажды он продал мне дырявый корабль, считается? Суд признает это доказательство неприемлемым, учитывая, что срок исковой давности истек. Заседание кончено. А. Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. But a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. Court is adjourned! I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court! Upon review of said order, the court finds it due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed, except for that fancy box that the accountant took. The legality of the aforementioned documents having been presented is verified. Presenting pleading may therefore take possession of said items. О, понятия не имею, что вы сейчас сказали, но за ключ спасибо. Класс. Я вообще не понимаю. Я офигела сейчас. Красивый ключ я в жизни не видел. Офигеть. Мы уже достали золотой ключ с острова Бермуда, получается? Или нет? Или это другой ключ? А, ну да, Ниццы, вот. А, еще с Бермудов мы не забрали. Так, ладно. Мы сейчас настолько всего мы можем сделать, что я уже даже не знаю, если честно. Давайте еще остров этот осмотрим. Мы не зашли к ледяному замку, потому что там интересное может быть. Может, хоть там тепло. Славный вид! И чего тут? А, надо вверх еще. Добрался наконец? Это прям как Эльза, я не знаю, живет. Потрескивающий огонь, тающий лед. Уютненько. Добро пожаловать, преданный подданный.
Ого, у нее прям ключ на башке. На краю доски. Да что? Я не понимаю, почему он у всех? The blurb says it's a solid, if somewhat predictable, story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman. It's slowly filling up with castle. This entire castle is made of ice. Замок полностью сделан из льда, слава богу, весь камень, и тут-то было страшно холодно. I'm Guybrush Threepwood, могучий пират. Что-то немного не понял. I didn't quite catch that. Grunt. I see. Ясно. На Бермуда все очень дружелюбно. Понимаю. Ваше Величество. Давайте сюда. Он и королевнейшая, великолепнейшая властная персона. Не стоит быть настолько формальным. Мы все-таки на Бермудах. Ты же Guybrush Threepwood, да? Я Одина Девятая. Жену твою знаю. С тех пор, когда Guybrush жизни не было, я вас и правда где-то видел. Элейн? Неуверенно прозвучало, у тебя что несколько жен. Я знаю только про одну. Что привело тебя на север за 19-ю параллель, Guybrush? Не скажи прямо, твоя ваша корона. Вы смотрели то, что один из ключей? Мне нужно стать тайным, мне может понадобиться ваша помощь. Есть 5 золотых ключей. Я о них слышала. Один, как видишь, в короне моей. Корона ключей — церемонный артефакт, который носит правящая королева Бермуд. Она была выполнена из ключей от домов всех жителей острова, чтобы показать степень их доверия короне. Или покорности. Моя предшественница добавила композицию золотой ключ. Мне кажется, он придает короне определенный стиль. Вообще-то корону иногда надо протирать. Возможно, я смогу помочь скрыть ценный предмет. Она остается кристально чистой, пока потные пираты не лапают ее своими сальными ручонками. Корону можно трогать, только когда станешь королевой. А как стать королевой? Когда станешь королевой, интересно. Что чисто гипотетически? Как у вас тут можно стать королевой Бермуд? Такого еще не было. Ты должен ее заслужить, выиграть, вырвать из железной хватки предыдущей королевы. Число, конечно, на такое не способно, согласован традициям Бермуд, попробовать может любой желающий. Чтобы стать королевой, ты должен заказать свои компетенции и победить правящую королеву в трех состязаниях. Состязание прожорливости, серьезности и интеллекта. Так, ну может только в одном может быть получится прожорливость. Что-то из этого у меня есть. Три спина, прям как у пиратов. А что если я хочу выбить королеву с ним чуть-чуть? Можно выбрать чемпиона, который будет соревноваться за меня? Что-то из этого у меня есть. А это мы еще посмотрим. И не жульничать. А это мы еще посмотрим. Можете больше рассказать про королевское состязание? Состязание прожорливости, состязание по поеданию сырой рыбы. Можешь ее суши называть, если тебе от этого легче будет. Состязание серьезное, состязание, которое нужно не засмеяться, проиграет тот, кто проиграет первым, чем я никогда не страдаю. Состязание интеллекта, алгебраический тест, дается 20 секунд, лучшее решение, золотой выигрыш, и да, я всегда решаю лучше всех. Похоже, ты серьезно настроен. Вот, интеллекта может быть сложности. Я вызываю состязание прожорливости. Пойдем, нам надо в центр города. О, ратушу открыли. Видишь треугольник? Таких в этом здании три, по одному на состязание. Позвони треугольник, когда захочешь специально бросить вызов. Дзынь. Боже правый, новое состязание. Дамы и господа, хотя ваш аппетит до такого рода тошнотворных зрелищ приводит меня в удивление, судите, я мой долг священный, и так состязание прожорливости. Сегодня едят червей, что ли, или что? Как вам всем доподлинно известно, цель этого состязания является успешное, полное и бесповоротное поглощение большего количества сырой рыбы, чем поглотит ваш соперник. Сегодня состязание продается миксина.
Ниночка, без данного ведро пусто. У него вообще рыбы нет. А раз нет рыбы, то и стыда нет. Все по домам. Не, миксин у меня есть. It's the soon-to-be former queen. It's just algebra. I mean, I guess this is algebra. Я ее вообще не знаю. То есть я расшиваться. Чувствую, как все тепло уходит вверх через дымоход. Пустое ведро. А, у меня же было ведро Миксин. Я его все отдала чайке? Реально? Не может такого быть. А, я макрели купила. Ясно. Может быть, реально макрели туда запихнуть? It's filled with bloaters and demon pepper. Today's contest of hardiness will feature hagfish. Ну-ка, можешь попробовать так? Ну, только у нас, конечно, не миксина. Challenge. Сейчас нас выгонят, наверное. Today's challenge fish is hagfish. Они сейчас скажут, не миксина, это макрель. Wait a moment. This is not the right type of fish. Да, блин. I must call off the contest until the matter is corrected. Also, let me remind you all of local ordinance 217 regarding the falsification of contest materials. За вами теперь будут следить. Consider yourselves. Да, блин. Ну за что? А задняя комната там что? It's carved out of wood. But it's very lifelike. А, это не засмеяться, да? Ну, может, попробуем вот это? Мне просто интересно, что вот здесь нужно сделать. У нас столько заданий, что я сейчас уже забыла, что тут делать надо. Нам, господа, представляем вам на потеху всего лишь 11-й раз на этой неделе. Состязание серьезности. На этой стороне правящая королева Одина девятая Бермудская. А на этой стороне ее соперник Айбер Стрип в данный момент безработный и без постоянной прописки. Если вы все успокоитесь, состязание начнется. Первый смеявшийся проиграет. Засунул, значит, парень себе в рот цингадок. А он ему как раз... Что-то еще я даже не ухмыльнулся. Can I call it time out? No. Может быть, что-то... I'm a little too busy to do that right now. Я не знаю даже что. Может быть, что-то чихнуло, но... Как попугая с одной лапкой называют? Почему океан не может выйти из своих берегов? Почему здесь была тёрта швабры? What's the difference between a swabby and a mop? Heard it. You might as well give up. Тебе нужно сдаться, я уже слышал шутки в этом мире. I've heard every joke there is in this world. Contestants, Частники время вышло, так как не известно, я нищу. А, может быть, надо спросить у этого? Какие-нибудь шутки разрывные, я не знаю. Пока. Ну, алгебра. Вот у алгебры что нам надо спросить? Давайте вот пойдем посмотрим, что вот нужно для алгебры. Наверное, выучить, да, алгебру? За какой класс нужно выучить? Приветствую вам, вас, ваше величество, мистер Рейбот. У нас состязание интеллекта. И в каждом из вас лист со сложной алгебраической задачей.
Вы должны решить ее как можно развернуть и не забыть представить результат. Для вас смотри, списывать, менять местами листочки вообще не... I will give you 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. I have no idea what that says. No funny business, Buster. No copying. Time's up. I'll take your papers. Надо что-то отличие, наверное. Там, наверное, ничего не... No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Мистер Триббер же списал куски не относящихся к делу уравнений с доски. Победила королева Одина. Удачи в следующий раз. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Is the fireplace broken or something? No. Is the fireplace broken or something? No. No funny business, Buster. Блин, я не знаю, что делать. No copying. Time's up. Опять срали. Не, видимо, три часа будет еще прохождение этой игры. Блин, я буду по ней очень скучать. Но я поиграю, наверное, вот летом. Какие-нибудь еще игры. От моих любимых LucasArts. Конечно же, Рона Гилберта. Ну что же, ладно, пофиг, уходим. Я думаю, нам нужно уходить отсюда. Только я не помню, куда уже. Ну давайте на нашем меле, как обычно. Потому что нам нужно там рыбку, вот байку свою рассказать. Так, уголь мы потеряли, да, тут? Так, нам миксины нужны, сейчас я куплю. Можно менять мою рыбу на другую? Всегда рыбу было обменять. Сегодня у нас миксины, рыбожава, большеголовый, макрели и круглоперыш. Что изберите? Миксин. I'll put it on your Запишу tab. На тебя. Thanks. Спасибо. Все, и сейчас мы тогда с Настей расскажем. They're more like snakes than fish. Больше похоже. А я могу их перчить? That ought to give it some zip. Теперь надо закрывать новыми красками. Не знаю, зачем, но, может быть, это нам поможет. Greetings, fellow chum. Привет, тебя, член снастей. Greetings, fellow chum. Тебе есть что рассказать? Не бежа так вот этот тест, чтобы понять, сколько ты овладел мастерством. Хотя это он и есть. Я надеюсь, все правильно будет. Если что... My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping lime-breaker. Читать это, ну, уже в тысячный раз не хочу. Inside it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. And then we escaped through the digestive system, ship and all.
О, мы сделали. Ты определенно узнал все, что можно было узнать. Я торжественно приглашаю тебя великим магистром снастей. Поздравляю! Ух ты, спасибо, это большая честь. Ура! Мы уже почти все сделали. Достать флаг с карантинного корабля, достать флаг с рыбной лавки. Теперь я могу его взять. Можно мне взять флаг с собой? Это входит в твои права членов снастей высшего ранга. Серьезно? Антракт. Может, пока я водички пойду налью, раз антракт. Ура, мы достали. Ну все, давайте. Только следи за ним хорошенько, нам больше дыр в нем не нужно. А зачем мне этот флаг? It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by. Соединить флаги. That's two flags. Теперь это два флага. Через дыры видны части карты. Скорее всего, мне нужно больше флагов. А, поняла. Все. А, мы найдем ее тайник. Нам нужен еще третий, получается. С картинного, с карантинного корабля. Угу, стать королевой. В принципе, осталось не так уж много. Как делишки, снасти? Да, очень умно. Снасти высокого ранга есть особые привилегии? Их даже ровно не уважает, мальчик мой. Зато можно пользоваться всем советским имуществом общества. Чем вы ее кормите? То есть ничем. Так, ну я больше не вижу тут смысла нам сидеть. Тем временем. О, мы прошли что-то важное для сюжета. Теперь у нас что-то новенькое. Они все к этому причастны. Но главарем у них был Трипвуд. Сначала он по мне и другим черепам кости толпил, заставляя нас задавать музыкальные ноты против нашей воли. Затем он кричал, как будто без связи, условно пьяный попугай, а после куснул щупальца кальмара. А после этого началось землетрясение. Опять же, может, это все просто совпадение? Если ты акулу у себя в бассейне найдешь, то тоже будет совпадением. Здрасте. Привет, парень. У меня два золотых ключа. Каков молодец, но будь аккуратнее. Пусть кто забрал ключ? Она, возможно, на корабле Личака. Ну-ка, сейчас мы пойдем ей. Украдем у нее. Переулки ничего нового нет? Я так, видимо, не открою эту дверь. Приветик. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Почему она у всех? Я не понимаю. Hello again. Можешь сделать Can еще ключ? Sure. Конечно, разреши Сирине, когда я вам не... Можешь сделать ключ по этому серийнику? Sure. Конечно. Ключ от кандалов, да? Особая версия, суперхолодная закалка. Такие кандалы что он делал? Давно их носишь? Ага, они передаются в моей семье из поколения. Так, ладно. Ну, куда теперь идти? Губернаторшу нам не надо. Вверх не надо. На корабль, наверное. Освободим Стэна. А! Может, к Личаку? Железная Роза же вернулась на корабль. Она недолго соскочила, да. Спешила, пока спустилась на нижнюю палубу, поднялась наверх и снова ушла. Очень занятно.
Ты читал книгу шуток? Да, я уже эмоционально с ней простился, она не такая длинная, я 16 раз ее прочитал. Можно книгу шуток забрать? А мне тогда что читать? Ты же сказал, что закончишь, 16 раз ее прочитал. Я пишу, что тебе скучно, но это лучше, чем вообще ничего не читать. Он же нужен, когда приходит синий корабль ниже на Карлине ночью. Окей, с ним на мечте, на вас все зависни. Я знаю, мы дадим ему эту книгу. Эй, Боб, я тебе какую-то книгу принес. Что-то мне напоминает, это на краю доски. Я с тем книжным клубом читал. Серенькая история о групповатом пирате и вовлеченный провал романа женщины из высшего общества. Конечно, мне очень. То есть ему не нравится. Так, она была на нижней палубе, потом пошла на верхнюю. Unexpected. Неожиданно приятно. Welcome. Ай! Может, ее покормить? Яйкс! Excellent! Ну, а как мне забрать этот ключ? Может, ему дневник ключа когда-то? Как интересно чтиво. Hey Bob, I've got a great book for you. It's LeChuck's personal diary. Ой, не хотел бы я, чтобы меня с ним поймали. Да и тебе не советую. Какие книги тебе нравятся? Ну, так-то длинные. Такие прям долгие, долгущие, длиннее некуда. Такие сильные косяки, они заканчиваются. Бесконечную книгу? Что можно посчитать бесконечной книгой? Может, вот эту? I need a real marketing expert. Someone who could sell foot... Ладно, пойдемте тогда пока на цингу. Я не знаю, что тут пока делать, как убрать с курицы. Ой, не на цингу, а на... О! This is certainly exciting. Sea Monkey 2. Пускай обезьян 2, все любят сиквел. Watch out below! Anything on the horizon? Это тут мы будем, наверное, искать, которая, ну, будет. Ладно, мы поднимем. Мы на сайте просто так ждем. Пиратство без флага преступления. Девятнадцатая параллель у нас. О, подождите, а остров Скудный, мы можем на него поплыть? Так, а я о таком острове не знала. Не подходите, я вижу! Как ты меня нашел? А, это его вот этот. Я просто прилил сюда, ты тут сидишь? Кто ты такой? Я Гайбер Штрип, вот мой гучий пират. Ты один? Надоедливый горящий череп считается? Нет, ну тут один, да. Я все слышал. Я Нед Филигран, бухгалтер. Не хочу я показаться группам, я тут просто в бегах. У тебя случаем не будет с собой деловых бумаг никого Стэна? Стэнмана. Стэн С. Стэнман, would you? What?
Что опять утверждал? Ничего не утверждаю. Я также не могу подтвердить или опровергнуть обладание изобличающими, то есть... То есть это вообще ничего не значит, что это решетка на углёд. Мне нужно больше не подвигать, просто не нужно. Кого ты так боишься? Стэна, конечно, Стэна Стэнмана. Слава богу, он за решеткой на Бермудах. Ну, он будет период карьеры дробить, очень долго. Я просто не могу нервничать, на самом деле, думаю, мне можно сидеть открыть не волноваться, вот насколько его упекли. Должно быть, ты в математике шаришь. Я креативный бухгалтер, математика тут вообще ни при чем. Ты хорош? Ну, оцените меня по тому, где я сейчас. Ну, не сослось кое-что. Не могу, что когда-то место хватает, но это временно. Я на босик тайне острый обезьян. Это ты молодец. Слышал, что это единственное в своем родине сиземный актив, и ты можешь присвоить его любую ценность, какую пожелаешь. А еще он очень древний, так что можно нормально заработать на амортизационных отчислениях. Просто хочешь сказать, что мне станет еще и налоги вносить? Нет, если хитро вставишь. Почему ты боишься сцена? Мне так он довольно безобиден, страдает только экономика. Конечно, никогда нельзя точно сказать, что придет голый человек в типа Стэна, у него нет моральных устоев. Как я уже сказала, очевидно, что он в Бермудском карьере долгие годы, но он же не знает, что он на месте. Получается, ты подтверждаешь и прогибаешь, что он дальше бывает для Стэна. Чего? Да, то есть нет. Я ни под чем не подписываюсь. Да ни на что, это вообще не может повлиять. Стэн так же зашел, что он долгие годы, не нужно больше нет ничего доказывать. Я на острове смотрюсь. Вообще на нас похоже, а где вторая половина? Без комментариев. Можно мне портрет? Нет, это будет странно. Easy, Ned. He's not coming. That's a mighty fine looking chest you have there. Что, Андрей? What's in it? Everything I own. Сходы жизни человеческой. Мере лыж жизни моей, каким будет свить меня после смерти. It's mainly paper. Там документы. Nothing to see but a lot of corrosion. Leave that alone. He's in jail for years and years. I think you might be interested in this judicial order in case against Stanmana. Чего? Один месяц? О, нет. Возьми эти отчеты, отвези их в суд Бермуд, дальше они там разберутся. Страшно комментирующая фигня, стоит сразу десятку поят, минимум. Я бы сам по себе этому взялся, но не надо собирать мятку или программу защиты свидетелей. Божечки-кошечки. Можно мне портрет? Can I help you pack? I can handle it. Just take that evidence to the court on Bermuda. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long... Can I help you pack? I can handle it. Just take that evidence to the court on Bermuda. Can I have the picture? Not now, I'm packing. Так, ладно. Ой. Сейчас я не совсем понимаю, что мне лучше сделать. Hey, Stan. What are you doing? Что ты делаешь? Я не пойду. Мне всего месяц остался. I only have a month left on my sentence. А, понятно. Hey, Stan. Howdy, son. Did you know что вас подловили для побега? Ну да, конечно. Стамес копит его пару дней назад выкопал. И раз не топка, так и не заметил, что он сбежал. I think I'll poke around. Сейчас смотрюсь. You enjoy yourself, son. Ваша честь, представляю, посмотрите, чемодан, набитый конвертирующий финансовыми документами в качестве приложения А в деле все против Стэна.
Доказательства приняты к рассмотрению. Суд требует, чтобы Нед Филигранов поигрался на Библии, если прилагаемое доказательство будет принято к рассмотрению. Если я покрою автомобиль Америка с парниками морских частушек подойдет, ваша честь, можете, пожалуйста, процитировать устав, требующий по всех делах. Для суда могу говорить, что я делаю, что являюсь Недом Филиграновым. I can swear like a sailor, if that helps. Order! Order in the court! Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Can your honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, section 8, подраздел G, E. I see. Понял. И раздел... Parenthesis II, subsection A, parenthesis B. Okay. And section S, Боже, раздел нись, заткнись. Вопрос снимается. Для суда могу заявить, что я являюсь Недом Филиграновым. После сравнительного состояния это может документ, если позвонил, что твое имя на самом деле Гайбраш Трипвуд. Если за это не будет вариантов, то покинешь здание. Суд сможет принять ясный документ, только при наличии письменных показаний, взятых под пересягу гражданина Неда Филигранова. Заседание окончено. То есть мне опять плыть туда. Я правильно понимаю? Значит, странно, теперь, когда тут никого нет, этот срок даже кажется меньше. Не знаю, может быть, к Стэну прийти, показать фотку. What's up, Stan the man? Чё, как, Стэн, чувак? That's my old это мой лучший бухгалтер, но это Филигран, мастер расчётов. Лишь бы никто его бухгалтерские книги не увидел. Может быть, вот так можно показать уже? Хочу попить водички. Так, сейчас. Order in the court. I will have order. Do not не отвлекай суд подачи некомпетентных неуместных и несущественных наказательств. Irrelevant and immaterial evidence. Ну блин, а что это? Может быть так? Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Ладно, я пока пойду налью воды. Так, ладно, я придумала. Я пойду пока к губернаторше, посмотрю, какую она книгу мне может еще предоставить. А, или давайте попробуем обжорство пройти с помощью вот этих огненных рыб. О. Мексины. Попробуем туда запихнуть. Огненные. In the defender's chair, the cast iron stomach of Odina the Ninth, reigning queen of Bermuda. Один на девятое, правящая королева Бермуды, наша неоспоримо прожорливая чемпионка. На столе соперника гвоздь с далеких южно-карибских островов человек, сохранивший почти все свои зубы, новичок Гайбраш Трипвуд. Прошу вас, уберите рыбу и положите ее на тарелку перед собой. This may be a bit spicy. Так, похоже, у моих участников проблемы. Мне кажется, нам нужно... Беляю ищу. Честь его придется вместо помощи, если пожелает. Мне кажется, надо, чтобы перченая была одна. Мне кажется, надо, короче, по-хитрому.
взять не перчёную, а поперчить одну, например, которую она выберет. Ща. Так, а в музее все сделано. Hello. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? A new box of hagfish. I'll put it on your tab. Thanks. Wait your turn. Ugh, they're more like snakes than fish. О, вот нам подойдет. Can I borrow this book? Fine, fine. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. А, так, лучше окольным путем я выйду. Так, быстрее. Так, все, к кораблю. Эй, Боб, не хочешь писать книгу? Она путешествие, которое никогда не кончается. Очень интересно и долго. Вот твоя книга шуток. Это книга Фламбе под названием «Шутки из огромного мира». Там проделано все такое подстороннее. Что-то игра вылетела. Не знаю, что это было. Это такое впервые. Мы с ней поговорим? Давай-ка все же хромя соблюдать, а? О, она и королевнейшая, великолепнейшая властная персона. Да. Ладно. Да, давайте попробуем серьезность пройти. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. What do you call a pirate with 12 swords? Whatever he wants you to. Is that the best you've got? Давайте вот это. Почему у него врага на голове? Потому что подмышки сильно мешают. Такое я еще не слышала, дамы и господа. Победитель Гайбрюш Трипвуд. Где ты эту книгу достал? Я ее конфискую. Ура, мы выиграли хоть одно состязание. Одно состязание выиграло, осталось два. Надо сохраниться. А то у меня вылетела игра и все. Не, ну она почему-то сама сохранилась перед вылетом. Это вот, это приятно. О, что-то происходит в сюжете.
Не могу прилетать с вами, как я рад тебя видеть. Она его спасет, ура! Если это, конечно, настоящая. Просто если я тебя вижу, это еще не значит, что это настоящая. На самом деле, ты ни за что не поверишь, что недавно привиделся мне в пещере и пытался украсть мой золотой ключ. После чего он сразу растворил звезды, а так обычно делал галлюцинации, а не настоящие люди. Кстати, о ключе, где же он? Он же лежал, да его даже положить больше негде. Василен узнает про нас многое. That ought to give it some zip. It's filled with hagfish and demon pepper. Ну, я не знаю, вот это подойдет или нет. Может, надо было одну рыбу? If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. It's filled with hagfish and demon pepper. Mr. Threepwood, we await your selection of fish. This may be a bit spicy. And now, Блин. Let the eating commence. Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Ugh, they're more like snakes than fish. Может быть, надо не сразу перчить? Когда никто не увидит, я не знаю даже. It's filled with hagfish. Ладно, давайте попробуем просто. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. This looks like a good one, relatively speaking. And now, let the eating commence. Tastes like grease. На вкус как скорбь. Наш вид действительно чемпионка. Не, ну это точно не то. Одина. It's an empty bucket. I can feel all the warmth escaping up the chimney. Now it at least looks like a fireplace. Нам нужно растопить тут огонь. Но в чем? Я просто не понимаю. It's slowly filling up with castle. This entire castle is made of ice. Ah. These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer: will not light underwater. О, под водой не горят. Все, мы там зажжем тогда.
It's loud about every 15 seconds. Мне слышно каждые 15 секунд, прямо как моего дяди Эрни. Именно через 20 секунд дядя не может старания, время пошло. Your time starts now. Время вышло, давайте листочки на проверку. Я удивлен не меньше вашего, но факт остается фактом. Победил мистер Трипвуд. Но как такое возможно? Правильное питание, регулярные упражнения и мозг размером с гору. Плотная, неподвижная, выращенная в эрозии. Можно понять, почему мне так трудно. Это да, удачи в следующий раз. Так, я слышу только прожорливость у нас. Осталось лишь одно состязание. Но мне кажется, надо что-то все-таки сделать с этой рыбой. Ну, я это уже делал. А мы-то как сами есть будем? А, может быть, нам надо будет просто, ну, параллельно это съесть? Ну, то есть, типа, она вот оттуда берет из ведра, а мы со своего едим. Может быть. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. А сейчас? Так, все, значит, надо было из... ну... из куртки своей достать. Два укуса, это больше, чем мне, да? Можно прекратить? Да, можете прекратить, когда пожелаете. Дамы и господа, наш новый чемпион прожорливости с двумя укусами парфюмерного королевы, мистер Трипвуд. И вот. Граждане Бермуд. Мистер Габриш Трипвуд каким-то образом победил нашу нежно любимую королеву Одину в трех традиционных состязаниях. Мы собрались здесь, чтобы произвести законную мирную передачу власти. Мне на трон сесть, что ли? А будут там человек кроме сырой рыбы кормить? А можно сначала корону подать? У меня куча дел. Необходимо произвести традиционные клятвы. Клятвы? Клятвы мне ничего не говорили. Клянешься всецело поддерживать честь и достоинство Бермуд каждой своей мыслью и поступком? Почему нет чести и достоинства? Не уверен, что смогу обуздать свои мысли. Клянешься соблюдать игнорирование и исполнение законов Бермуд? Конечно. Клянешься обещать тебе оберегать народ Бермуд ценой собственной жизни или конечности, при которой прокрайней необходимости? Ладно, что-то все больше и больше на ловушку похоже. Самый обычный коварный слог. Ладно, я в деле. Ингрес, клянешься, ты достаточно принимать вызовы на состязание прожорливости, серьезности и интеллекта. С радостью. Может, один останется с королевой, просто корону дадут. Корона, собственно, с королевой. Хитрец. Да, ладно. Что ж, граждане Бермуд, ваша новая королева, Гайброш Трипвуд. Поздравляю, если хочешь совета. Ну, давайте уже корону сюда. Надеюсь, тебе понравилось часто трех созданий, потому что теперь ты только этим будешь заниматься. Я пошла мемуары писать. это...
Как ваша королева, я решил переоформить правительство и управляем рабочим коллективом Союз, ликвидировать монархию в пользу полной анархии. Хочу сказать, что теперь каждый из вас сам своего рода королева. Вот так лучше. Именно в этом я символично лишила корону. Почему вам всем не получить по ключу? Тебе ключ. И тебе выдадут. И тебе. А тебе извините, труба зовет. Тем временем. Трент, ну а полотёры говорит, швабра или ведро? Я бы сейчас столько всего интересного могла делать. Что я тут с этим взглядом так долго возится? Да расслабься, Лила знает, что делать. Матушка всегда говорила, что хороший пирог время любит. Глупость какая. Ты оскорбляешь меня или мою маму? Да. Ну, хоть где-то успех. Так, ладно, мы сделали. У нас уже... сколько сделано? Ну, нам осталось только было Фишер и Вайди. И все, мы уже почти закончили. Я не эксперт, но все выглядит подозрительно, еще внезапно какой дуб посреди пещеры. Если как раз должно хватить, что печь сцены за решетку на очень долгий срок. Похоже, надо и с лицензией на бухгалтерскую деятельность на 26 островах, в том числе в округе Колумбия. Вот так, видимо. Порядок в зале суда. Суд уже признавал Недовое обширное знание в области бухгалтерии. Не такая суд подачи не нужна для дела доказательств. Так, ну... Ваша честь, представляю, что я хочу представить на комитетирующие финансовые приложения, но это мы уже тоже давали, или нет? Can your honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of Statute 7, section H, subsection G, parenthesis E. I see. N, section U, parenthesis E, parenthesis II, subsection A, parenthesis B. Okay. N, section S, parenthesis D, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit, but reserves the right to resubmit at a later date. Court is adjourned. А, мне надо... Что это я? Адвокат. Что это я есть? Это должно прояснить, кто я такой. Настоящий такой я клянешься под присягой страха и мышления свободы, что являешься иногда филиграновым, документ, который ты подаешь, является правдивыми законами. Определение значения слова «правдивый». В свете новых доказательств я приговорил Стэна к 10 годам картерных работ, ледовой карьере без возможности условно-досрочного освобождения. Пожалуйста, сохрани этот юридически обязательный документ для своего архива. Съемное решение. В связи с представлением новых доказательств Ищуко Стэна Стэнмана продлить исправительные работы в ледовом карьере работа на довольно-таки подходящий долгий срок. 10 лет! Все, Стэн попал. Ну и все, мы уже, получается, вообще к концу пришли. У меня неприятные новости по поводу твоего срока. Десятка! О, нет! Месяц, я тут померзну бы спок, но не десятку. Скорее, вытащи меня отсюда. Считай, дело сделано. А где от наших? Ах, свобода, давай поскорее тикать отсюда, пока они не намрыли новые кандалы. Да, я хочу отвезти тебя к Лейн, при Лайме поговорить.
Я так рада, что вы смогли взять мне минутку, мистер Стэнман. Всегда рад помочь коллеге-предпринимателю из неконкурентной области. Начнем с брейдинга. Лайм — это что для ванны, не оказись, привлекать надо звучит как носьё. Нужно что-то пробивное на грани, типа лезвие бомбы или там кислобомбы, такое вот. Понимаю, о чем вы говорите. У тебя в молодости были проблемы с адреналином, что скажешь? Сабли-фрукты, смертоглобусы, клыка-годы, приколаймы. Приколаймы. Давай не будем сильно выёживаться, пацан. Помни, что наши... Кто наши отца? Будут лезвие-бомбы. Тебе мы тоже там высоко сделаем, но пока я покажу, что я про все это думаю. Больше банок с заряженной водой, в сущности в виде гномика, чем чуть ли невероятно звучит, тем лучше. Не уверен, что хочу лгать. Ну-ка тогда мне будем слова писать, картинки не лгут, они пищу для ума дают. Гайбрэш, если бы лезвие бомбы могли исполнить любое твое желание, чтобы это было? Тайна острова обезьян? Гайбрэш. Хороший заход, но думаю, что надо дать пару строчек про суперсилы. Научиться летать, стать ужасно сильным, стать неотразимым? Хорошо, да, мышцы на мышцах. Тебе нужно придумать девиз. Охладись или затемнись, ну или там, получай. Это же полная бессмыслица. А смысла не нужно, просто короткий запоминающийся девиз, который призывает к 7-минутному действию. Покоряй моря, беги по доске, кусни, давай-давай. Покоряй моря. Хорошо, так мы сможем получить собирательскую деталь. Вот твоя новая листовка. Лезвие бомбы, покоряй моря, превращает в падение волос, уменьшает жир на пузе, могут также вылечить цингу. Скажи клиенту, мне не твой продукт с руками, который только ценно за ее первенца там. Да что угодно. Вообще-то я буду их сам раздавать, нести его поздравления вселенной. Чего? Вот это вредь, конечно. Нельзя отдавать золотого тельца за дарма, даже если людям он нужен, если ты понимаешь, о чем я. Конечно, понимаю, о чем вы, если вы понимаете, о чем я. Что ж, так и так, пора закругляться. Можешь долю моего попыщи отправить? Все, я пошел. Не надо следа, Эдмити. Долю, подождите-ка, вы вообще о чем? Возьми на время. Все, пойдемте к тому кораблю. Как он летит буквально. Я знаю, что прекрасно цирковые новости. Вот, прочитайте. Лезвие бомбы, новые невероятные чудесные фрукты. Спасает был сильный, помогает в оживлении. А еще и лечит цингу. Просто фантастика. У тебя есть чудесные лезвие бомбы. Конечно же, все с собой, вот они, эти зеленые ребята. Веришь, что они какие-то там ненаучные? Высоко почитайте, там наукой не пахнет. Мы спасены! Покоряй моря! Добро пожаловать на борт! Они пошли туда. Взять флаг. Я не считаю, что будет скрипать одному мелкому флагу, но мне очень что хочется спрачиваться. Все, мы сейчас будем искать тогда... Флаги соберем. Дыры всех флагов легли одна на другую, указали на конкретное место. Почему? Помечу крестиком. Замечательно. Мы уже вот приходим к концу. Вот он. Ой. I'm not even mortal, and I'm feeling the minutes tick away. Так. Мы нырнули. Что-то должно быть. Ой, такие милые эти. Я спускаюсь 4 минуты.
I've got to turn back. Я пора возвращаться назад, у меня воздух вернуться на поверхность не хватит. Enough to return to the surface. I long for the day that our roles are reversed, and it's your head stuck on the bow of the ship. See anything? Чего там видно? Будущее, прошлое, ужасное, ужасное, настоящее. Мне надо как-то задержать дыхание. Someday all this will be mine, and it will burn. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or ладно. I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. А может быть, мне стать зомби? I think it's out of juice. Ладно. Мои легкие снова полны кислейшего воздуха. Все понятно. Я просто надула иглобрюху и думаю, что такое дальше там? Он прекрасен. Это похоже сама была фиша. Вот я тебя и нашел, и для этого пришлось спуститься очень глубоко. О, начнем с ностей. Приветствую тебя, очень ностей. Мне есть что рассказать. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was я не уверена, что это правильно. A real chum-chomping linebreaker, if ever there was one. Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. And then we escaped, through the digestive system, shipping off. Может, он им скажет? Не, ничего. Отнесло так глубоко засовывать. Что-то было фиша злиться. Не сильно злых людей с вами купил. Пора водить. Злая была фиша. Все, нам остался один ключ. Это у курицы надо забрать. Я что, просил тебя дать пленнику стакан воды? Нет, капитан, я здесь сделал по собственной инициативой. Если мне нужна будет инициатива, я не попрошу. Конечно, сэр. Мне нужно, чтобы ты была заодно с командой, а сейчас все сыны точно на одной цели. На тайне. Да, сэр. Что? Что такое? Выкладывай. Но дело в том, команда тут думает. Да говори ты уже. Но мне кажется, тайна не такая уже командная тема. Ходят слухи, что вы хотите заполучить тайну, чтобы снова добиться расположения Лейн Марли, и все это... Ну, если честно, кажется таким самообманом, но целесообразно это, сэр. Вообще никогда не поминай Лейн в моем присутствии. И не думай, что знаешь, что у меня на уме. Извините, капитан, это побольше не повторится. Yes, да, именно be. Так. О, он ее убьет. Нет. Так, ну все.
Мы все сделали. Мы уплываем. Буквально летим. Сейчас я сохранюсь. Мы достаточно быстро играем. Я бы сказала, летим буквально. Может быть, добавить в него перца, я не знаю. Не? О! Она покакала. Знаешь, крайний ключ, Вайди. Последний ключ, его дулавка. Я лечу к тебе. Она сама все сделала. Я так и думала, может ее накормить еще раз тем временем. Офигеть, мы так быстро прошли. Трипвуд нашел все ключи. Так точно, капитан, только что заполучил последний. Приготовиться немедленно отплывать на остров Резни. А как же мое заклинание? Оно почти готово. Уверен, оно еще пригодится. Про тебя, к сожалению, этого сказать не могу. О, это что, меня предаешь? Это по моей части. Но всячески уважаю этот талант в других людях. У них там трэш происходит. Ну все, это и финал уже. Финалочка. Сохранюсь и побегу. Так, ну. The moment of truth is at hand. Сейчас какая-нибудь фигня там будет, по-любому. Как обычно, знаете. Все, мы открываем тайну. Wow. Ух ты! Не таким вульгарным я себе его представляла, но он все равно прекрасен. So cute. А как его открыть? У нас нет еще одного ключа. Ладно. Даже представить себе не мог, что это может быть еще один замок. Это что-то уж слишком. Серийника нет. Вдруг его можно взломать? Это не проблема, будет думать о загадках. Это не проблема, мне просто нужен инструмент помощнее. Это не проблема, ключ, скорее всего, на самом видном месте лежит. Это не проблема, просто ударяет себе под нос Гайбрэш. Just keep telling yourself that, Гайбрэш. Трипод! Личак. Заклятый мой враг. И вот мы снова здесь. Похоже, история закончится так, как ей предначертано. Лишь ты и я, тайна. Не совсем. Вряд ли мне поможет тот факт, что я кожу на то, что ты снова мухлюешь. Я не заценил твою находчивость, Трипвуд, но в конце концов побеждает сила. Тебе тоже не помешало попробовать. Удачи с этим, он сделан на славу. Я целый год на нем применял все подряд, и даже царапины не осталось. Конечно, тайну можно открыть только в церемониальном зале глубоко в самых недрах островов обезьян. Было бы славно знать это наперед. Не радостно чувствовать, что теперь ты будешь жить с осознанием того, насколько ты был близок, пока не пришел я и не забрал ее у тебя из-под носа. Поэтому я решил прямо сейчас тебя не убивать. Но за пределами лавки это обещание не имеет силы. Даже не думайте за мной по пятам, если считай до 100, прежде чем на улицу выходить. Тебе это с рук не сойдет. 100.
Гайбраш! Вайдибон сказал, что ты видела, как зашел. Ты в порядке? Нет, то есть, да, я в порядке. Хочешь об этом поговорить? Чак завладел тайной, направляясь в самый нет острова обезьян. Пещера под огромной обезьяньей головой? Нам нельзя терять минут, поговорим по пути. О боже, мы только на четвертой главе, у нас еще целая пятая. Так что, возможно, мы сегодня не пройдем. Мне кажется, скорее всего, так и будет. Это не финал. Это и правда, лучший способ добраться сюда. Всяко лучше, чем зелье варить. В следующий раз я точно все буду записывать. Да, я просто надеюсь, что эта тайна будет стоить всех этих усилий. Каких усилий? Легкотня же. Я не про то, как мы сюда добрались. Я про всю ту работу, которую ты проделал на пути к ней. Не говоря уже о своей всей этой разрухе, которую ты оставил после себя. Знаешь же, я про... Же, что про яйца и яичницу говорят. Конечно же, пират. Глупость влезет, 12 примеров. Я пока яичницы не видела, только куча разбитых яиц. Яичница — это тайна острова обезьян. Я вообще не знаю, про какую кучу ты там говоришь. Так, парочка. Один рассказал мне много всего интересного о недавних событиях на Бермудах. Говорят, тебе получилось уничтожить без центра традиционный артефакт государственного устройства целого острова меньше, чем за 5 минут. Довольно впечатляюще даже для тебя. Это заняло больше 5 минут. Корона-то на соплях держалась, в руках у меня развалилась. Честно, мне кажется, я сделал только лучше. Вся эта фигня со стязанием полный бред. Традиция отвлекательна, но не стоит строить на них основу своей государственности. Не могу сказать, что я против, но решение-то не ты принимал все равно. Формально, да. В соответствии с традицией. Еще один считает, что ты жульничал, то есть палага или пытался ее отравить. Это было не ад, просто острый перец. Стязание интеллекта, не алгебра, я загадки решал. Просто острый перец. Через час у него все прошло. Но я уговорила ее не подавать на себя суд, так что за тобой должок. Очень ценю. Между прочим, ты теперь тоже, скорее всего, королевских кровей, раз ты моя жена. Кто-то сегодня утром мне показал, что что-то не так. Но если от нашим разбитым яйцам. Ты знала, что музей пиратского лора закрылся? Ничего себе, пропали 2 ценных экспоната. Любопытно, что в гостевой книге было лишь одно имя. Только так я мог найти затонувший корабль. Музей был так себе, если честно. Я уже был под синим. Кто знал, что это был я? Поп-копират, далеко ходить не надо. А таким, что никто не пользуется? Герман ел зуб, даже немного недоволен тобой. Говорит, ты ключ его взял, а его в самой пещере оставил. Волшебный знак работает только для одного. Я не мог вернуться в пещеру без лампы. Я бы рано или поздно сообщил о нем властям. Когда я нашел его, он уже тем в пещере сидел. Так что, если поправить, ничего и не изменилось. Клещ-то взял. Верно, но он им вообще не пользовался. Думаю, ты обрадуешь, что знаешь, что не выбился. Я сама его спасла. Приятно слышать, спасибо. Ну, помни, почему мы сейчас об этом разговариваем? Я просто переживаю, что это может не оправдать всех твоих сильных надежд. Я уже хочу знать, что такое эта тайна. Что именно ты ожидаешь найти? Богатство, слава, знания, понимание, понятия не имею. Не пофиг, что там. Понимание. Тайны еще более грандиозных вещей. Кто мы? Зачем мы здесь? Ну, желаниями нужно быть поаккуратнее. Но мне кажется, вот тут вот мало пройдет. Ну, как бы тут небольшие загадки. Что ж за дело, как в старые добрые времена? Готов к пещерам ползать. Помню их, там грибы большие. Помню их, в них полно лавы и выступов. Ненавижу лабиринты. Мы все ненавидим лабиринты. Обожаю лабиринты. Ну-ну. Ты иди, дорогой. Я под грибу. Блин, ну мне кажется, тут чуть-чуть осталось. Может, я смогу доиграть сразу? Грибы. О! Эй, Волли! Оля, что случилось? А вы как будто не знаете. Чё, как ты сюда попала? Я был у тебя лавки, там камня на камне не осталось. И Чак ворвался в лавку, крушась на своем пути, потому что думал, что я дал ему швайберную карту вместо карты к тайне. Ага, интересно, как такое вообще произошло? Спасибо за карту морских окрестностей, она мне очень помогла, и теперь у тебя в долгу за все твои бескорыстные труды. Знаешь, что нам понравилось? Твоя шаберная карта офигенно мне помогла. О, да, точно, это я вам шаберную карту рисовал.
Постойте, кажется, я начинаю понимать. Почему каждый раз, когда наш путь пересекает, старину Уолли либо крадут, либо мучают, а то еще что похуже? Нам никогда не получится не понять того, как работает вселенная. Чё, как, зависаешь? Серьёзно, это всё, что у вас сейчас хватило? Просто попробуй новый материал, тогда с обычной работы не увольняйтесь. Хотел бы я снять себе эти кандалы. Да, я тоже не прочь. Я бы с радостью чего ушёл, но... Нужно просто стать быстрее Чака. Конечно, ведь с Уолли всё будет путём. Я не знаю, может он упадёт в лаву, если открою кандалы. I'll need a key to open these. Ну, может быть, вот. This key doesn't fit. Но я хочу Уолли спасти. It's a bit late in the game for that. Мы уже далеко прошли в игре. А, ну то есть мы уже никак не спасем его. I'm no good at jimmying things. А Уолли-то выживет. Метель Чака. Ладно. Раз игра нам говорит сюда идти. Значит, пойдем сюда. Фламбе, Фламбе, ты проснулся? Not for long. Это ненадолго. Я тут просто, чтобы сказать тебе, что ты совершаешь ошибку. Одержимость поглощает Чака, а также лягушка поглощает тарантула. Ты не хочешь, чтобы тебя рядом, когда он открыл этот сундук? Именно, я хочу попасть туда до того, как он открою этого. Ты пытаешься меня сдержать? Дай пройти, или я проложу себе дорогу саблей. Вы заслуживаете друг друга. Да, давай, беги! Не знаю, что-то может быть в этой тайне. Я не вижу, что внизу, там было лавы. Да, чё уж, прыгни. Ну, была бы не была. У нас уже финал игры. Мы должны это сделать. Наверное, это было зря. Лечак, я иду по твою душу. Будь ты проклят, Трифуд. Нужно было избавить себя в первые 58 удобных раз. Ты никогда не доберешься сюда вниз живым. Всего лишь раз я хотел, чтобы все прошло легко. Но только организованный пират. Организованный в каком плане? Only the organized pirate will pass. Организованный. Тут даже подсказок нету. It looks proud. Кажется, он гордит тем, что он обезьяна. I'm naming it Captain Squint. Называю ее Капитан Прищур. It looks like a piece of eight, but I can relate. Очень ее понимаю. Монета. Мне кажется, надо мне как-то это. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Тут это камень, да, был или нет? Yep, it's made of stone. Мне надо дать им что-то. Опа. It's holding a monocle. У нее монокль. It looks proud to be a monkey. У нее что-то веселое. Ну что у нее может быть? Кружка, может? I can relate. Она как будто что-то крушит.
I wonder if the parrot had anything to do with the eye. А, он, наверное, кормит его. О! Это было несложно. Лечак, ты никогда не будет твоей. Ненавижу решать загадки больше, чем ненавижу Трипуда. То есть у нас еще будет какая-то последняя загадка. Трипуд, почему ты никак не бросишь все это и не уберешься в свояси? Один раз совпадение, два уже подозрительно. Пройдет только наблюдать, не пират. Those epaulets deserve a room of their own. Не знаю, зачем я камешки взяла, но... О! The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume первый first палачер. Swap. Первый палачер. Деньги им надо давать. Cheer up, little guy. You'll go far. Those epaulets deserve a room of their own. Может быть, ему несколько дать? The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swap. А какой? Only the observant pirate will pass. Ну, Йоко-то больше всего денег, мне кажется. Может быть, ему побольше? Может, ему больше всех? Может, дать ему денег больше всех? Ну все, прошли. 3-2-1, то есть вот этому самое большое надо было количество дать. Лечак, тайна моя! Он сам решил все загадки. А ты, я смотрю, и брат загадки не умеешь решать. Да как ты еще жива-то? Ты никогда не завладеешь тайной. Месть моя скоро свершится. Тогда ты будешь проклят навеки. А ты никогда не спасешься. Ты исчезнешь, пока не сложишь сказаний. Нет, я еще вернусь. Пиратский бог. Троицу любит Трипуд. Time, в следующий раз не буду так орать. Only the bloodthirsty пройдет только кровожадный пират. There's no way I'm getting through there. It looks like its arm is hurt. Похоже, она поранила руку.
Как же мне помочь обезьянке? Пошла ему дать. Пожалеть грустно везет. Честно, я не знаю пока. Может, найдем потом? It looks like its leg is hurt. Похоже, она поранила ногу. Сильно пожалеть кричащую обезьяну. This is gonna be a problem. Это тоже проблема. This is gonna be a problem. There's no way I'm getting through there. Кстати, и рыбок. Я даже не знаю, что. То есть надо забрать нож. И порезать всех тех обезьянок. Несчастных. Пырнуть обезьянку. Или мне она полностью какое-то масло. It's leaking some kind of oil. That didn't seem to do anything. Почему не привело? Можешь себя пырнуть. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Фига, он летит так легко. Один, пять, три, четыре. Почему-то написано было. Сохранимся на всякий случай. 1, 5, 3, 4. Wow. Ух ты! Any more possible escape routes. Сейчас надо дойти до даты. Вот она. I don't want to close any more possible escape routes.
Похоже, здесь камней выпало из зря во время землетрясения. Что-то написано. Если справа 4 годочка, ноги станут гнилыми, как бочка. 3 направо шага, 2 налево нога. Соскользнет Гэри с мешочком. Но с всего через что я прошел, лимерики на добавящий лаве камнях уже не кажутся чем-то странным. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Так, год здесь выстроен, да? Так, да? Нет? Так. Один, пять, три, четыре. А, вот такая штука. Мужичок. У него как, ну, такая рожа. Не такая у него. Так, вот это правильно. Внешнее колесо 3 раза, внутреннее 2 раза. 3, 2, 4. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Три, два, четыре. Ра. Так. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Все. Ой, это было, ну так, как сказать. Что? Только что я был в полных грибов и лавы пещерах под островом обезьян. А я... О, нет. Еще не время. Кажется, что-то происходит странное. Круть, бесплатный попкорн. Мы просто прилепили, к тому же неровно. У нас декорации, типа, все. Знаешь, что наконец-то закончил, пацан? Стэн? Пора закрываться, все уже домой хотят. Последний шанс задать мне ключ, замочница. Как это пора закрываться? Да я только пришел.
Блин, мне на это все время, я опаздываю на важную встречу. Вот ключи вырубит все перед уходом. Я не ответил за то, что происходит после закрытия. Что происходит? Габриш, ты готовите? Ключ-заморщенница. Каждый из них нашивка, как тебя. Должны выйти мне отсюда. Блин, Стэн и Личак с каждым разом все лучше и лучше. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Each time I come here, Stan really ups the challenge, but it's still LeChuck 0, Guybrush 3-foot 6. Guybrush 3-foot 6. Guybrush 3-foot 6. The secret is mine. Круто, Мэнси, Трент и Лилу добавил. Как обычно, трэш какой-то. Этот свист меня поначалу немного сбил с толку. Well, back to my boring flooring напольных покрытий. Job. Until next time. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Interesting. Интересно. Я нашел твою на сервисе, а она оказалась этой дурацкой футболкой. Пусто. Хорошо, что Личак не нашел тайну первым. Не думаю, что это его размерчик. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. I found the secret of Monkey Island, and all it was this stupid t-shirt. Ну, я думала, так и будет на самом деле. Score! Free popcorn. Пойти домой с Элейн. Не уверена, что это концовка. Элейн, да хорошо, ты здесь. Конечно. Где же мне еще быть? Мне кажется, я не забыл, где учился. Ты со мной, но нам не успеешь долго находиться. Я то, что был под острым обезьян, теперь мы на резне. Когда ты веселишься, все происходит просто в тумане, да? Как прошло, Флэр? Скажем так, я донесла до нее свой посыл. Я спросил тайну. Наконец-то, надеюсь, она этого стоила. Я буду долго об этом думать. Как ты оказался быстрее меня? Ты же знаешь, я всегда стараюсь быть на один шаг быстрее тебя. Ты что, прическу сменил? Битве растрепалась. Like мне нравится. Это очень много осмотрелось. Памятник старины, игра на тайну пиратский парк, включение слова too dark to go back there. Не знаю, нам стоит только уйти с Элейн. I'm ready to go. Готов идти, хорошо. Me too. Я тоже. Пап, какого глупого финала? Бессмысленно, Гэта, это вообще не умеешь заканчивать. Я думал, тебе нравятся глупые финалы. Но с Чаки очень глупо смотрится, когда разыгрывается финал второго острова обезьян. Это другое, мы же дети, просто дурачимся.
You're the one who said you can't just change things. Ты же сам говорил, что нельзя. Что хорошо, если так не делаешь? I did? Правда? Я хочу узнать тайну. Ты должен сказать мне, что ты на самом деле нашел в сундуке. В сундуке меня смотрят рубин золота. На самом деле тайна друзья, которых мы встретили в пути. Твоя мама была права, ты лучше не знать, ничем не думал. На самом деле было не так, и невозможно начать, что тайна вообще такое. The secret was really the friends we made along the way. Stories are mainly the middle part, after all. Главное же в историях, основная часть, до концовки. Мне это самое интересное происходит. Всегда глупая взрослая отговорка. Мам, папа не хочет сказать мне тайну. Опять ты знаешь, что он про свои нелепые похождения заливаешь. Я рассказал вам про тот раз, когда мы встретили остров обезьян. А, про это. Каждый раз, когда ты расскажешь эту историю, все остается страннее и страннее. Пойдем к доке и посмотрим, как плывет галеон. Я тут на северной карте острова грязи нашла. Учение обещает быть веселым. Я вас внизу догоню. Неужели это правда конец? Остров обезьян придуман Роланом Гилбертом. Да я не верю, ну как это? Ну это реально, да, вот эта концовка? Я буду злиться сейчас. Они в очередной раз поиздевались над нами. Концовка, то есть как бы, ну, больше тут нет ничего. Но это издевательство. Я думала, он хотя бы раз нам скажет, что это такое тайна. Мы, наверное, никогда не узнаем, что такое тайна. В этом и есть ее суть. Но это трэш. Я не знаю. Я почему-то злюсь. Рон Гилберт вызвал у меня гнев. Ребят, не знаю. Ладно, давайте досмотрим. Я, если честно, в шоке нахожусь сейчас. Я думала, другая концовка будет, блин. Знаю. Тогда будет... Пусть новую часть делают. Да даже было бы круто, если бы мы открыли эту тайну, а там ее нету. Ну тут, в принципе, так и оказалось, да? Типа, тайны нет, на самом деле. Доминик Армата. Как всегда, прекрасен. Я считаю, лучше голоса нет вообще. Ну, хотя... еще я очень люблю голос Джорджа Стобарта. А, ну еще у Дэйва Гилберта все, в принципе. Особенно голос Джоуи мне нравится. Какой-то определенный у меня есть на него. Краш. Не знаю, сижу, ем конфеты. Что-то как-то не впечатлило меня. Ну просто вот, да, давайте вспомним, как закончилась вторая часть, да, вот, игры. Ну, вообще, второй части всей Манкайл. Это было неожиданно, это было классно, это было круто. Типа, это было топ-5, я не знаю, неожиданных концовок когда-либо существовавших. А тут, не знаю, это облом какой-то. Топ-5 обломов. Первая часть норм закончилась, вторая часть норм закончилась. Третья часть норм закончилась. Четвертая даже нормально. Ну, даже, не знаю, Telltale Games. Тоже там были концовки норм. По
Почему это так закончилось сразу, не знаю. Ну, блин. Я лишь понимаю, что да, типа, ну это юмор. Ну, как бы, это постирония. Мета-ирония. Ну, ребят, напишите вот ваше мнение. Просто, я не знаю, может быть, я одна, которая так плююсь. Эту концовку. Но я просто очень уважаю Рона Гилберта, то, что он делает. И вот такое вот, как бы... Я, конечно, понимаю, что... Типа, он всегда так делает. Часто очень. Но вот такое, мне кажется, это не очень. Вот именно в этой игре. Как будто в этой игре должно было быть чуть больше, чем когда-либо. Потому что мы, во-первых, ее долго ждали. То есть она очень долго создавалась. И я думала, тут будет что-то, ну как сказать, вау, эффект какой-то. Какой-то, знаете, ну... Типа, ну что-то вот какое-то поставит точку вообще во всей истории Гайбруша. Но тут, получается, ну как бы точки не поставлены, а просто как бы такое... Будет продолжение, как будто. Хотя, мне кажется, уже, ну, у Гайбруша уже продолжение не нужно. Оно и так уже очень большое. Так же, как и у Джорджа Стоббарта. Уже не нужно никакое продолжение. Я все равно хочу нас поздравить с прохождением еще одной игры на канале, которая длилась, в принципе, не так долго, как обычно, на самом деле. Я начала это в январе и закончила вот в мае. Я считаю, это победа. Типа, мы не год и ждали этого прохождения. Конечно, эта игра не такая уж большая, ну, как бы, да, было бы странно, если бы я там на год ее распределила. Но я рада, что я ее закончила. И не так уж долго, как бы мы ждали завершения этого прохождения. Поэтому ждите какое-то новое прохождение, какой-то новой игры. А это всегда интригует. Что будет дальше? Господи, у меня уже падает тут все. Настолько я в шоке от концовки, что я уже не могу просто. Конечно, я буду скучать, пока я прошу. По его пиратской тематике, не знаю. Мне кажется, «Пираты Карибского моря» посмотрели, когда создан был первый Secret Monkey Island, и увидели, и просто таки надо нам тоже такое сделать, что-то в таком же духе. Не знаю, просто мне кажется, что вот Walt Disney как раз-таки подсмотрел за Lucasfilm Games. Потому что, ну, мне кажется, что-то есть вот в этом. Какая-то определенная атмосфера похожая. Единственное, что вот меня волнует, а Оли-то выжил? Как бы он смог спастись с этой лавы? Или что это было вот все, да? Ну как-то вот, ну мне не нравится эта недосказанность. Может быть, я... придираюсь. Ну прошли мы, в принципе, это быстро все. То есть как бы немного серий было. Ну так и должно быть на самом деле. В Monkey Island должно было быть много серий. Они тут очень долгие титры, конечно, сделали. Я уже тут все успела сделать, не знаю. Ну, не очень сложные загадки были. Мне это, в принципе, понравилось. Ну, то есть я не люблю очень сложные загадки. Но с другой стороны, конечно, если они прям, ну, я не знаю, очень такие логичные, которые прям заставляют тебя думать.
которые прям запоминаются, что вау, какая тут была интересная загадка. Ну, это тоже очень как бы дорого стоит. Это редко бывает. Можно это как-то пропустить? Ну ладно. Ну, очень большое спасибо Джорджу Лукасу. Все, конец. Да, часть этой программы освещения защищены авторским правом. Сильный остров обезьян работает на студии Terrible Toy Box. Студии Рона Гилберта, которые сделали Тимблвид Парк. Который я до сих пор не могу никак сыграть дополнение, там, про Долорес. До сих пор оно мне загружено, но не могу его поиграть вот так вот. Может быть, это следующее будет, кто знает. Памятная боль вклеили что-то новое. Hey, wanna see my mighty pirate? Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty... Так. In the old days, you became a pirate by completing three Но trials. Мы это видели уже. Things took an unexpected turn while I was working on the fleet. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost. My first ship was the Sea Monkey. I bought it. Monkey Island was a steaming volcanic mystery. Но это мы тоже видели. Jungle. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. One time, Elaine got... This was a great... Oh, man. This was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian... LeChuck and I battled it out on a grand scale. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck... Oh, here's that voodoo doll from the end of... These are from the time I found... Когда я шел тайну острова обезьян. О, вот она. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging. But plunder staff aren't everything. Я начал совмещать с комбайном, но сразу понял, как старый любовь уже не будет. Ребята, я играл против меня. Я знал больше, чем вообще я хотел бы знать. Я принял необычное себе решение, вступил команду Личака, чтобы попасть на остров обезьян. Служить началом Личака было довольно интересно. Я даже в команде прикипел. Совсем забыл, что выгляжу как зомби, просто нашли все поднять бунт и заходить корабль. Ну, Личака был Галлет, не самый приятный тип. Путро очень сильно обрадовался, когда я шеф ее повысил. Скрок у меня, верно, служил мне почти до самого конца, потом мы подплыли к острову обезьяны, и на это сплоховало. Мне шлось из корабля, но это ничего, я так уж добралась, когда хотел. Не такого я ждал от возвращения на остров обезьян. Мы все думали, что тайна будет где-то на острове. У каждого по карте какие-то из них даже были полезны. Мы с Лейн заново собрали мой старый гарм и морскую обезьяну, чтобы вернуться на остров без дню. Я узнала довольно личные вещи о моем закрытом враге Личаке. Временное перемирие с моими врагами казалось еще менее времени, чем я надеялся. Все участвовали в гонке за тайной. Я нашел 5 золотых ключей, интересно, можно было оставить их себе? Личак обвинялся с Мэдисон, долго бы они все равно не притянули. Мэдисон планировал предать Личака. Лила применила передать Мэдисон на Личака. Не уверен, что Трент вообще думал о чем-то. Вайди Боунс раздала мне все про золотые ключи. У Элейн без меня была куча хлопот, но в конце концов пришла мне на помощь. Карла справилась с выплатой по землетрясению, сколько ей позволили обстоятельства. Я вызвала Стэна из тюрьмы. У Воли похитили. Водолезь исчезла. Ну, кстати, а куда она делась? Я сменил сторону правящей королевы и сам стал последней королевой Бермуд. Я навестил Германа Нелазума в его уютной отшельнической пещере. Мне получилось говорить тайно, но Личак украл ее, отвез обратно с Тарвизиан, сунутый сундук там. Мы отправились с Личаком на остров обезьян, я выставил негодяя. Элейн отвлекала флер горя, пока я спрыгнул под гору обезьян. Точь пищу пещеры городским загадкам, чтобы возить вместо недостойных. А эта макет финальной загадки сделал, мне кажется, вышло довольно мило. Я нашел Волли. Ой, блин, интересно, эта штука когда отлепилась. Так, кажется, тут будет сейчас какая-то. Постойте-ка, а это еще что такое? 18 июня 2020 года. Начало разработки еще примерно месяц, но мы уже давно думаем обо всем этом. Похоже, сейчас самое время немного пораскинуть мозгами, записать пару мыслей по поводу предстоящей работы на возвращение на остров обезьян и засунуть их во что-то типа временной капсулы в качестве послания для будущих версий себя.
Кто знает, может, это чему-то нас научит. Исторический остров обезьян служил отражением жизни тех, кто сделал эти игры. Тайна острова обезьян рассказывала о молодом человеке, пытающемся найти себе новую увлекательную карьеру. Когда он был по 20, и мы как дизайнеры ими этим и занимались. В сиквеле вместе с Личаком мы пытались показать все те сложности, с которыми сталкивались при разработке сиквела. Ну или, по крайней мере, это каково это, разрабатывать новую игру, вслед за той, у которой уже есть заметный успех, но которая пока еще не прогремела на весь мир. Много лет спустя, 20, после того, как Гайбриш изгонял еще пару приключений с другими командами, мы собрались сделать сказание острова обезьян. Историю о доверии, которое такое вышло, но больше всего она кажется нам история взрослых. Потому что мы тоже повзрослели, многим из нас уже было за 40, 7 лет жизни и кое-какие наслоения жизненного опыта. Теперь нам всем хорошо за 50, у нас у всех успешные карьеры. Мы сделали много игр, но остров обезьян все еще является неким мерилом всех вещей для многих людей. Мы вечно будем теми парнями, которые сделали ту самую игру много лет назад. И нам все время казалось, что нужно как-то подвести черту. Так что, когда снова появилась возможность вернуться к острову обезьян, мы сразу знали, что именно хотим рассказать. Гайбриш, как и мы, повзрослел. Имеет долгую и довольно успешную карьеру. Но все в основном ассоциируют его с тем, что произошло уже очень давно, и ему кажется, что этот тяжелым грузом висит у него на плечах. Это игра веселое пиратское приключение, тут мы не стали ничего менять, но это также история о попытках вспомнить прошлое во всем его юношеском напоре и величии. Гайбриша найдет и потеряет. Он как бы получит то, к чему так долго шел, но это будет не то, чего он ожидал. Предполагаю, у нас будет так же. А это Дэйв Гроссман, да? И Рон Гилберт. Рон Гилберт и Дэйв Гроссман. Блин, это очень трогательно, не знаю. Себе на заметку, достать больше бумаги для своих будущих приключений. Не знаю, это было очень мило. Какие у нас достижения? Видимо, у нас все достижения, да? Выполнить свои туалетные обязательства. Ну, вот не знаю, вот когда уже прочитал вот такое, как-то уже это, ну, не особо злюсь на них. Ай, да. Ну, короче, ребята, смотрите дальше мои игры, мой YouTube-канал, подписывайтесь, если не подписались. Немножко как-то даже это, грустно как-то стало в конце, после их письма. Особенно то, что им уже за 50. Что время идет и... идет. Ладно. Что-то мне уже даже сказать нечего. Пишите, как вам этот конец. Может быть, будет продолжение. Хотя, мне кажется, нет. Мне кажется, это последняя игра. Ну и в этом и хорошо. Будет, может, новая какая-то игра, может, новая история. А Гайбриш... вот так вот. Самое главное, да, он не нашел того, чего хотел, но он всегда его ищет. В принципе, в этом есть что-то философское. То, что мы всегда чего-то ищем, мы, скорее всего, не найдем. Но в этом и есть суть жизни. То есть, как бы, мы всегда чему-то стремимся, и пока есть стремление, можно жить дальше. Если бы он нашел тайну, то что ему нужно было потом в жизни иметь? Вообще ничего получается. Поэтому не стоит как-то разочаровываться или грустить. С вами была Морская Свинья, всем удачи, хорошего настроения, пишите комментарии мне какие-нибудь хорошие. А я принесу вам новые крутые игры. Всем удачи, хорошего настроения и...